Вот я и дома. Всем привет. Ой, что это? Помогите, меня сдувает. Это еще что за цирк? О, это ты? Привет. Тьфу на тебя. Здесь мусорить запрещено. Плевать я хотела на это. Ну и ладно. Я в домике. Этот цвет мне совсем не идет. Покрашу домик в розовый. Ну, кто так красит? Вот баллончиком другое дело. Мой домик уже готов. Такой кисточкой я не смогу покрасить. Есть идея. Думаю, насос мне поможет. Это же полный бред. Да ну ее. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Мне очень нужно покрасить домик. Я такого еще не видела. Еще немножко, пожалуйста. Ура, получилось! Теперь я могу покрасить свой домик. Ты никогда. Как такое возможно? О, мой милый домик. Ладно, у меня сейчас появится дверь. Тук-тук. Вот так. Бронированная. Вау. Тук-тук. 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 Отлично. Я так рада. Мой милый домик. Нужно его украсить стразами. Вот так, аккуратно. Теперь мой домик будет сверкать. А это еще что такое? Правда, у меня классный домик получился. Сплошной гламур. Интересно, а что она рисует? Вот так. Еще пару деталей. Как красиво. Спасибо. Много ты понимаешь в искусстве. Нечего тут сидеть, иди на свою половину. Но получилось супер. Зачем она так со мной? Можно начесать немножко пуха. И украсите мою дверцу. Отлично. Нужно сделать тебя чуть мягче. Облачко ути-пути. Спасибо тебе. Другое дело. Отлично получилось. Мой мягенький домик. О, я тоже так хочу. Что это с ней? О, как больно. Моя бедная попа. Наконец-то. Тебе помочь? Отстань от меня, это все гадкое облако. Ну и ладно. Не очень-то и надо. Что же придумать? Попробую сделать украшение из фольги. Вот так. Неплохо. Мой новый наряд. Нет, не то. Или вот это. Тоже не то. Ой, упали. Надо их на что-то повесить. Молоток есть, гвозди тоже. Другое дело. И бантиками сверху украшу. Красота. И мне один бантик. Моему домику тоже нужен бантик. Сейчас все будет. Вырежу. Покрашу его. Завяжу. Готово. Идеально получилось. Идеально получилось. Я тоже могу украсить свой домик не хуже. И еще одну звезду сюда. Да, я королева дизайна. Это еще что такое? Посажу красивые цветочки. Вот так.
Какой божественный аромат! Что за вонь? Привет! Смотри, Райан Гослинг! Гадкие цветы вырву с корнем. Ой, пчела! Нет! О, еще цветочек! Пусть растет! О, я так несчастна! Соберись! Сама себе сделаю цветы. Живых мне не надо. Вырежу лепестки из бумаги. Вот так. Приклею их к стеблю. Получился цветок. А вот и целый букет. Я молодец. Отличная работа. Капелька духов. Вот это я понимаю, цветник. Трава слишком мягкая. Нужно сделать дорожку. Возьму звезды. Нанесу на них принт. Вот так. И выложу из них стильную дорожку. Отлично получилось. Какая красивая дорожка. О, сердечки. У меня красивый домик. Что случилось? Этот забор. Я не могу на него смотреть. Да что с ним не так? Он блеклый и безвкусный. О, боги. Надо его переделать. Есть идея. Покрашу его в розовый. И украшу бантиками. Посмотри, какая прелесть. Неплохо. Мне тоже надо что-то придумать. Барби! Да, мне нужна твоя шляпа. Вот так. Возьму шипы от роз. Острые. Классный забор получился. И шляпа стильная. Верни чужое. О, время для пикника. Посмотрим, что тут у меня. Ого, сколько всего. Это еще что за фокусы? Ну где же он? What? Наконец-то вот так. Чай для Куроми. И для Hello Kitty. И для меня. Ой, как солнце слепит. Вот так лучше. Отличная защита от солнца. Мне нужно выбрать идеальное место для своего пикника. Вот тут будет отлично. Постелю плед. Класс! Чего-то не хватает. Брошу пуфики. Оп! Какой вкусный тортик! Игра! Иди ко мне, устроим баттл, скорее! Ну уже давай! Теперь у меня самый уютный супердомик. Кто там? Что там происходит? Привет, девочки, принесла вам подарок. Неожиданно. Посмотрим. What? Какой милый маленький домик. Не нравится мне этот подарок. Загляните внутрь, будет весело. Вот так. О, нет, это невозможно. Сама посмотри. Что? Мои куколки. Моя голова. Где это мы? О, я теперь могу двигать руками. Прикольно. Как же им помочь? А что там на столе?
Эй, куколки, ловите! Только тссс! Что это? На, держи! Это так ужасно! О, это же план преображения! Надеюсь, у них все получится! О, моя коробочка! А что у меня тут? Вау! Уберу прыщи! Кожа снова чистая! Теперь нанесу увлажняющую маску! Вот так! Отлично! И финальный штрих! Круто у нее получилось! Схожу-ка я тоже к ней в коробку! А ну, кыш! Больно ведь! Даже не думай! Ладно, посмотрим, что у меня! Ничего нет! Ребята, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, чтобы помочь мне! Ой! Ай! О, супер! Время прошло, можно снимать! Вау, кожа снова чистая! Спасибо! Ауч! Ой, бедняжка! Сделаю легкий массаж! Отлично! Первый пункт выполнен! Следующий пункт – макияж! Что у меня в коробочке? Я сама сделаю макияж! Первым делом нанесу тон! Теперь контуринг! Вот так! Нанесу щеточкой гель для бровей! Целая палитра теней! Сделаю розовые стрелки! Капелька блесток! Теперь реснички! Оп! Стразики навеки! Чего-то не хватает! Точно! Блеска для губ! Миленько получилось! Да уж! Моя очередь! Что? Бе, это отвратительно! О, ты такая милашка! Меня сейчас стошнит! Вот теперь другое дело. О, боже! Какая неженка! Этот пункт выполнен. Ой, что это? Фу, гадость! Боишься тараканчиков? Надо срочно привести волосы в порядок. Моя любимая расческа. Ой, застряла. Пенка Hello Kitty. Обожаю ее. Нанесу ее на волосы. Теперь полотенце. Подожду немножко. Вот это спектакль. Время вышло, можно снимать. Отлично. Теперь возьму мелки для волос и сделаю розовые прядки. Красиво получилось. И еще приколю розовый бантик. Добавлю объем справа и слева. Капелька блеска никогда не помешает. Ну, сколько можно? Так, что тут у нас? Добавлю ярких прядей. Отлично получилось! Теперь нужно сделать прическу. Заплету косичку и украшу ее. Вот так. Моя прическа готова. Вау! Этот пункт выполнен. Следующий пункт – одежда. Ауч! Эй, поаккуратнее там. Так тебе и надо.
Вот же ж, моя прелесть. Это еще что? Отбеливатель? Звездочка? И джинсы. А, точно. Нужно самой сделать рисунок. Нанести отбеливатель по форме, и получатся звездочки. Сидят отлично. По фигуре. Только топик не подходит. Оп. Другое дело. Финальный штрих. Вау. Выглядишь шикарно. Ого, сколько у меня вещей. Пойду примерю. Долго она там еще? Что это? Прямо слепит. Вау. Надеюсь, теперь ты довольна моим нарядом. Великолепно, браво. Посмотрим, что у нас тут есть. Это то, что нужно. Подвеска на шею, сережки и браслетики. И колечки. Пункт аксессуары выполнен. Теперь займемся сумочками. Да, сюда нужна какая-то сумочка. Попробую это. Нет, он слишком большой. Посмотрим, что внутри. Может быть, этот подойдет? Тоже нет. А что в нем? Сумочка. Любопытная. Но тоже не то. Идеально. Именно то, что нужно. Круто. А мне что? Есть идея. Милая рубашка. И чайник. Ой, с очень горячей водой. Заливаем и ждем. Чудесно. Только ручки не хватает. А вот и она. Получилась прелестная маленькая сумочка. О, какая красота! Что за шум? Аж уши заложила от этого писка. Упс, простите. Отлично выглядишь. Пункт сумки выполнен. А что с твоими руками? Это никуда не годится. И так сойдет. Ой, я готова сделать тебе маникюр. Нет, нет, мамочки. На помощь кто-нибудь, спасите. Ладно, ты не оставила мне выбора. Смотри, какая ароматная бомбочка. За работу. Сначала хорошо отмоем ручки от грязи. А может, не надо? Теперь хорошенько их вытрем. Да, неплохо получилось. Я могу идти? Подожди. Еще нужно сделать маску для рук. Пиу-пиу. Вот это веселье. Мои руки как лапки. Можно снимать, отлично. Кожа такая нежная. Ой, что это со мной? А вот и я. Сейчас будем делать маникюр. У меня все есть. Сначала наклеим ноготки, а потом покрасим их черным лаком. Вау! Вот это да! Спасибо! Оу! А себе я сделаю вот такие ногти. Па-дам! Мой новый маникюр готов! Да мы красотки! Этот пункт мы выполнили. Ну же. Ничего. Ай-яй-яй. А вы думали, все будет так легко? Ничего у вас не выйдет, глупые куклы. Сейчас я и покажу. Подожди, стой, спокойно. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, чтобы мы могли покончить с ней. Вам это не поможет. Ой, что это? Меня такой мелочью не возьмешь. Ребята, еще немножко. Спасибо. О, нет. Ох. Ура, получилось. Спасибо. Дай пять. О, пружинка.
Так вам и надо. Милая пружинка. С ней мы сможем выбраться из домика. Только мне страшно. Не бойся, вместе мы можем все. Вверх. Мои милые куколки. Отдай, это моя кукла. Моя Барби. Вот что я сделаю с твоей куклой. Да что ж такое? Замолчите обе. Я вас научу, как надо себя вести. Оп. Хорошая работа. Кукольный домик? Как мы сюда попали? Это все ты виновата, все из-за тебя. Вот вам задание, девочки. Ого, это план. Что нам нужно делать, чтобы выбраться отсюда? Я стану похожа на Барби. А, к черту план. Я не буду ничего делать, сама выберусь. Надоело, я не буду ничего делать. Ну перестань, хватит уже. Еще как будешь. Ой, недаром я учитель химии. Вот так. Гадость. Это отвратительно! Фу, что это вообще такое? Посмотри на свое лицо! О боже, а ты на свое посмотри! О нет! Придется следовать плану, но нам нужны материалы! Ладно, что там за план такой? Ау! Эй, наверху! Ой, что это? Совсем забыла! Вот ваши материалы. Ой! Да уж. Извините, девочки. Посмотрим, что тут у нас. Высасыватель прыщей. Результат есть. Еще парочку. Отлично. Теперь наклею патчи от прыщей. Оп, готово. Ой, жуть. Уберу патчи. Кожа такая гладкая. Теперь нанесу увлажняющий крем для лица. Красота. Ой, можно подумать. А что тут у меня? Пампер для губ. Какая штучка. Я тоже хочу. Нанесу бальзам для губ. Неплохо. Бедные мои губы. Пункт номер один выполнен. Пришло время заняться прической. Расплету косы для начала. О, какая расческа! Ой, и слайм в волосах! Куда подевался шампунь? Эй, это мой шампунь! Не получишь, не получишь! Вот вредное! Ребята, поставьте, пожалуйста, лайки этому видео, чтобы Кортни вернула мне шампунь! Ребята, еще немножко лайков. О, спасибо. Теперь хорошенько вымою волосы. Вытру их полотенцем. Друг.
другое дело. И красивый обруч надену. Моя голова. Я тебе сейчас покажу. Вот как надо делать прическу. Возьму немножко пенки и зафиксирую прическу. Заплету косички и украшу заколками. Готово! Пункт номер два выполнен. О, макияж ТикТок! Раз, два, три. Готово! О, круто! Я тоже так хочу. Раз, два, три. Не выходит. Придется делать по старинке. Закалю волосы, чтобы не мешали. Теперь делаю контуринг лица. Подчеркиваю скулы, форму носа и подбородка. Немножко румян на щеки, веки и губы. И добавлю светлых акцентов. Беру пуховку и оп! Мой макияж готов. Последние штрихи. Тени с блестками и блеск для губ. Мой макияж все равно круче. Что ты такое говоришь? Конечно, мой. Нет, мой. Еще один пункт аксессуары. Чего-то не хватает. Посмотрим, что тут у нас есть. Украшу ремешок цепочками, зафиксирую застежки с двух сторон, и чокер готов. Хорошая работа! Сережки должны сочетаться с чокером. Теперь пара колечек. Очки от солнца, и образ готов. Вау, я тоже так хочу! Надену все свои украшения. Сережки, бусы и колечки. О, мои ногти! Это никуда не годится. Пришло время сделать маникюр. Берем типсы, клеим их на ногти и покрываем розовым лаком. Вот так. Так сложно. Есть же накладные ногти. Просто наклеила их и все. Осталось высушить лак. Посмотри, какая красота. Финальный штрих. И у меня тоже красота. Не то, что у тебя. Пункт маникюр выполнен. О, какой чудесный аромат. О боже, что это за вонь? Есть идея. Возьму апельсин, натру немного цедры на терке. Несколько капель миндального масла перелью во флакончик с распылителем. Добавлю в него цедру. Туда же положу палочку корицы. Украшу флакончик стразами, и мой идеальный парфюм готов. Что? Ты справилась раньше меня? Катастрофа. Здесь словно ураган пронесся. После урагана было бы лучше, я видела. Я это быстро исправлю. А ты помочь не хочешь? Зачем? Этим займется вещь. Ты знаешь, что нужно делать. Вещь совсем разленился. Страница. Можно забрать вещь ненадолго? Нет.
Но ему нравится помогать мне. Нет, вещь останется со мной. Он не твоя собственность. Ты ничего не знаешь. Упс, прости, вещь. О, нет. Что это? Это соседи сверху. Я пойду разберусь. Давай, Мор. Открывайте немедленно. Привет. Я живу в комнате снизу, и из-за вас у нас штукатурка сыпется. Вот он, парень моей мечты. Серьезно? Подростки такие примитивные. Вещь? Что это? Я должен помочь? Но ковер слишком тяжелый. Он так старается. Какой милый. Я помогу. Держи. Ого, спасибо. Всегда пожалуйста. Приходи еще. Марк, я выиграл. Его еще нет? Странно. Нужно его найти. Открывайте. Какой парень. Я ищу. Что это было? Простите. Нет. Я ищу друга. Ладно, я позже зайду. Таких девушек я еще не встречал. Марк, вот ты где. Уходим. До встречи. Пока. Пойдем. Что за парень? Приди в себя. Я придумала. Моя комната будет радужная и яркая. Нет. Я нарисовала эскиз. Я сейчас ослепну, прекрати. Комната будет черно-белой. Это просто черное пятно. Именно. Как нам быть? Поменяемся. Отлично. Ты что задумала? Со мной шутки плохи. Это будет границей между нашими половинами. Вау! Что это? Посмотрим. Витражное окно? Потрясающе. Пожалуй. И сейчас я его раскрашу. Моего цветного лака хватит на все окно. Спасибо, соседка. Ты слегка перепачкалась. Что? О, нет. Нужно переодеться. Ну как? Мило. Но мне по душе только черный. Здорово. И мне нужна штора. Давай же. Не получается. Придется вешать самой. Та-дам! Неплохо. Есть идея. Посмотрим, что найдется в моем чемодане. То, что нужно. Что происходит? И Нит выпустила когти. Моя комната восхитительна. Согласна? Посмотрим, что осталось в моем чемодане. Черный фатин подойдет. Схожу за инструментами. Я помогу. Этот фатин совсем помялся, но все можно исправить. Идеально. Бенди идет. Что? Слишком гладко. Готово. Свет? Вот здесь примялась. И нет, даже не думай. Упс. Я пойду. Тебе нечего бояться, пойдем. Такой потрясающей комнаты я никогда не видел. Марк, ты пришел! Цветами! Вау, мои любимые, спасибо! Вот удача! Он меня не заметил. Привет, Венсдей! Ладно, подойди. Конечно. Чего тебе? Я принес тебе цветы. Вот. Цветы? Надеюсь, ты их любишь. Только если они черного цвета. Идеально. Вазу?
Конечно, держи. Спасибо. У меня тоже есть подарок. Держи. Череп. Как мило. Марк, мы уходим сейчас. Все из-за тебя. Неужели? Знаешь, как сложно найти достойного парня? Я тебе этого не прощу. Это танцевальная угроза? Эти движения придумала я. Ну ладно. Стук печатной машинки может быть очень раздражающим. Ах так? Ну ладно. Мой психолог рекомендует терапию рисованием. Она тебе не поможет. Я тебя не слышу. Ла-ла-ла-ла! Ну ладно. Это ничья. У нас есть и дела поважнее. Марк, я готова любоваться им вечно. Хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной. Это так романтично. Романтично? Я покажу тебе, что такое романтика. Главное, надежно закрепить мишень. Точное попадание. Что? Колин в опасности. Инит, привет. Привет, Марк. Ой, он увидит фотографии. Как неловко. Не смотри сюда. Что? Это ведь я. О, Инит. Как любопытно. Держи, подарок. Это скорпион? Мне плохо. Сердце? Это было признание в любви. О, Венсдей, ты мне тоже очень нравишься. Я захватил твое фото. Можем попрактиковаться в меткости вместе. Вот дротик. О нет, я предпочитаю ножи. Он мне сразу понравился. Вы отлично потрудились. Комната потрясающая. Привет, Марк. Нравится? Очень. Что за странный звук? Это у меня в животе урчит. Все ясно. Нужно заказать пиццу. У меня волчий аппетит. Две пиццы. Отличный выбор. Кто заказывал пиццу? Мы. Заносите. Кто будет платить? У меня наличных нет. И у меня нет. И нет. У нас есть кредитки. Опс, это плохо. Мы уменьшились. Хорошо, что зелье не сильное. Вы принимаете карты? Как вкусно. Хочешь кусочек? А ты? Пожалуй, нет. У меня есть подарок вместо того старого телефона. Вау! Новый телефон? Как интересно. Мы построим один домик для вас обеих. Это сделаем мы. Что за поведение? И вам пора в школу. Школа! Ура! А мы займемся строительством. Я готова. А у меня только это. Понятно. Я помогу. Вещь. Ой. Инструменты. То, что мне нужно. Выкрашу все в черный. Розового много не бывает. Еще один гвоздь. И каркас готов. То, что нужно. Замечательно. Фу, розовый. Что тебе не нравится? Зато на моей половине будет дизайнерская перегородка. Я тоже такую хочу. Вау, получилось. Да, словно клавиши рояля. Мне нравится.
и мне. Вещь, что с тобой? Запутался? Сейчас мы тебя распутаем. Вещь в порядке. Из светодиодной ленты выйдет отличная подсветка. Здесь стало так уютно. Сверимся с рисунком. Не хватает цветов. Привет, Кен. Привет, Барби. Это тебе. Спасибо, прекрасный букет. Держи. Поможешь мне украсить стену? А что мне с этим делать? Ладно, я покажу. Лепесток вот здесь и здесь. Одного не хватает. Что делать? Ты это ищешь? Да, спасибо. Ты очень помог. Пожалуйста. Какой нервный. А мне нужно подготовить манекен с головой Кена. Ой, заряжаю бластер и стреляю, не целясь. Неплохо. Твоя очередь. Прикрой меня. О, славный манекен. Барби, он пригодится. Ты раскрылся. Точно в цель. Вау! О, нет, Кен! Он теперь Кэнсдей. Я стал Кэнсдей. Оу! Места для одежды совсем не осталось. Я принес вешалку. Спасибо, ты лучший. О, да, я снова я. Теперь все вещи на своих местах. Да, я красавчик. Селфи? Отличная идея. Что? Вещь. Я тоже хочу обустроить комнату. Раздобудь для меня стол. Стол слишком тяжелый. А ну-ка, кыш! Ой, где мой стол? Что за шум? Вещь? Сделано. Стол доставлен, как ты просила. Спасибо, вещь. Можно и мне собственный домик. Кукольный дом? Ты не шутишь? Ладно. Надеюсь, этот розовый не заразный. Привет, Барби. Привет, Венсдей. У тебя новые туфли? Вау! Откуда здесь эта прелесть? Они идеальны. А домик я незаметно унесу. Это было несложно. А теперь избавлюсь от этого розового безумия. Добавлю мебель и декор. Вещь, твой домик готов. Юху, спасибо. О нет, это вещи в стиле Барби. Мне все это ни к чему. Вау, подарки. Спасибо, Венсдей. Вырезаю форму ботинка. Добавлю звездочку. Вау. И побольше сердечек. И колесики. Подставка для кисточек готова. И старую рамку превращу в зеркало. Такое красивое. Всем этим свечкам нужны подсвечники. Бутылки подойдут идеально. Я сегодня хороша, как никогда. О нет, свечи плавятся от отраженного света. Барби! А это даже интересно. С помощью теплой воды придам свечам необычную форму. Вот это я называю дизайнерский интерьер. Кен! 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 Ты звала? Мне очень хочется вот такой газон. Я мигом. Привет. Вам помочь? Мне нужно вот это. Упс, забыл рисунок. Что? Сейчас покажу. Серьезно? Все понятно? Ага. Я знал, что справлюсь. Вот, я принес все необходимое. О, нет, ты ничего не понял.
Спасибо, но лучше я сама. Фух, трава у меня есть. Теперь надувные круги. Барби, вперед! Барби лучше всех! Добавлю зонтик от солнца. И летняя терраса готова. Можно понежиться в бассейне. Твой халат? Спасибо, Кен. Вау! Ты зашла на мою половину. Кыш! Ловлю. Нужна разделительная полоса. Границу не пересекать. Я и не собиралась. А я украшу газон стильными надгробиями. Нужно проверить, насколько они удобные. Гадость! Подходит. Но я вся перепачкалась. Время сменить наряд. Нам пора в магазин. С днем рождения меня! Что бы мне купить? Мне нужны эти лампочки. И я знаю, как отвлечь продавца. Вы уронили. Лампочки мои. О, Венсдей, так нельзя. А мне нужны эти флажки. Кто здесь? И эти тоже. Я заплачу. Нашла. Где лампы? И что это? Какие милые доллары. Я в восторге. Восхитительно. Я согласна. Мы отлично справились. Посылка? Здесь штакетник для забора. Это мое. Нет, мое. Это мое. Думаю, вместе мы справимся быстрее. Забор готов. Отличная работа. Добавлю немного зелени для декора. Вау, посмотри. Впечатляет. Мир, мир. Вы вернулись. Я сделала вывеску. Она очень красивая. Это тебе. Моя вывеска больше. Это грустно. Что скажете теперь? Вау, Кен, ты мой герой. Тебе нравится новый домик? Он великолепен. Здесь столько всего интересного. Мне нравится все такое мрачное. О, Кен. Я старался. Спасите! Что? Только не это! О, нет! Ненавижу простуды. Чай поможет. Спасибо. Надеюсь, это не заразно. Лучше отойти подальше. О, нет. Что это? Я улыбаюсь? Я никогда не улыбаюсь. Это катастрофа. Венсдей заболела. Все очень плохо. Не стоит паниковать. И нет спокойнее. В чем дело? Сами посмотрите. Привет, дорогие мама и папа. Гомес, мне плохо. Держись, дорогая, мы все исправим. Доктора вызывали? Доктор, ура! На что жалуется пациентка? Вид у нее счастливый. Вы не понимаете. Вот как она должна выглядеть. Все ясно. Это рецепт для вашей дочери. Принимать каждый день. Доктор, мы все сделаем. Да, работы будет много. За дело. Моя кроватка. Здесь все такое темное. Мне не нравится. Давай поменяемся. Поменяться с тобой? Ну ладно. Ура! Привет, пушистики. Ничего, это ненадолго. А здесь жутко. И как Венсдей спит на такой кровати? Камни? Серьезно? У тебя отличная комната, соседка. Эта машинка меня пугает. В
возьму лучше эту милую розовую планшетку и яркую ручку. Машинку в сторону. Так писать мне нравится намного больше. Кто это может быть? Привет, Колин. Лучше тебе уйти. Я пришел к Венсдей и принес ее любимые цветы. Колин, я так сильно тебя люблю. Что здесь происходит? Я предупреждала. Сам разбирайся. Я ужасно соскучилась. Где ты был? Это тебе. Какой жуткий букет. Такой черный. Я предпочитаю яркие цвета. Краски и кисточка быстро все исправят. Что с ней? Это серьезно? Дела плохи. Я звоню доктору. Вот этот букет мне мил. Доктор слушает. Сделайте что-нибудь. Попытаюсь. Это может сработать. Пугающая коробка для Венсдей. Кто за ней отправится? Я найду ее ради Венсдей. А это вам. О, нет, это не сработает. Чтобы покорить мое сердце, нужен другой рецепт. К примеру, вот такой. Это вам, доктор. Спасибо. Какое жуткое место. Мне не по себе. Не думал, что в доме семейки Адамсов будет так страшно. Это только перчатка. Привет. Я только это заберу. Пока. Венсдей становится все хуже и хуже. Колин, наконец-то. Ты нашел эту коробку? О, да. Ничего сложного. Венсдей, смотри, что у меня есть. И что это такое? Мне оно не нравится. Ты еще не знаешь, что там внутри? Вау, массажер для головы. Должно сработать. Нет. О, да. Как это приятно. Нет? Нет? А ножницы мне пригодятся. Попробую избавиться от этих радужных прядей. Готово. Что? О, нет. Прядей стало еще больше. Нужно поторопиться. Они растут еще быстрее. Так дело не пойдет. Пришло время черного кофе. 100% арабика. Венсдей, жуй. Ну уж нет, я такое не ем. Может быть, какао поможет? Попробовать стоит. Будешь? С удовольствием. Какао с маршмеллоу. Тут никто не устоит. Угощайся. Вау, объеденье. Да, сработало. Посмотрим. Вау, какая сумочка, я ее хочу. Ну уж нет, ты уже все у меня забрала. Сумочку не отдам. Ну и ладно. У меня родилась идея. Нужна твоя помощь. Я здесь. Привет. Колин, ты сможешь с этим справиться? Мы должны помочь Венсдей. Мне помощь не нужна. Сделаешь? Да. Не уверен, что это хорошая идея. Но лучше перестраховаться. Вау! А для меня костюм найдется? Удачи. Благодарю. Отчаянный тип. А, на помощь! Доктор? Ну как, я это сделаю. Впечатляет. Мне пора. Вот они, пираньи. Как ты и просила. Отлично. Осталось только перелить их в эту стильную сумочку. Давай. Понял. Сделано. Спасибо. Кстати, у тебя потрепанный вид. Та-да! Твоя новая сумочка. Мне очень нравится. О, нет, Венсдей, твои ногти. Они больше не черные. Это нужно срочно исправить. Я уберу этот яркий лак незамедлительно. Вот так уже лучше. Что? Она что, родилась ногтями черного цвета? Венсдей, не дергайся. Ты мне мешаешь. И нет спокойствия. Ты сможешь это сделать? Это невозможно. Венсдей довольна, с меня хватит. Я тоже могу показать когти. Нет, когти – это моя суперсила. Прекрати. Сама прекрати. Я вообще спала. О, нет, мой ноготь. Ты его сломала. Прости, я не хотела. За это получай антистресс. Я тебя не слушаю. Ах так? Береги ногти. Не делай этого, прошу. Мои прекрасные коготки. Кто это? Привет. У вас все нормально? Привет, Колин. Все прекрасно. Но мы немного заняты. Приходи попозже.
Венсдей, ну держись. Наконец-то ты посидишь спокойно. А это даже интересно. Готово. Да, получается. Ты выздоравливаешь. Теперь тебя можно освободить. В стиле Венсдей. Начнем с очень светлой пудры. Дальше брови. Немного теней. И, конечно, веснушки. А теперь губы. Сделаем их потемнее. Ну как? Ура! Венсдей! У меня аллергия на объятия. Да, ты вернулась! Какое счастье! А это что такое? Вещь, это что за безвкусица? Переоденься сейчас же. На себя посмотри. Верно. Мне нужно срочно переодеться. Вещь, отвернись. Хочу свое любимое платье. Вот так намного лучше. О, Венсдей, но твой нос. Там огромный черно-белый прыщ. Он здесь ненадолго. Вот и все. Нет, только не это. Я пошутила. Это хорошо. Спасибо, что помогла мне. Мы ведь лучшие подружки. Привет, Венсдей. Это тебе. Черные. Мои любимые. И нет, это тебе. Нравится? Да. А что еще ты принес? Точно. Вот, чуть не забыл. Обожаю Skittles. Спасибо. Самое время устроить вечеринку. Музыка. Будем танцевать до утра. Венсдей. Главный трендсеттер этой вечеринки. Что-то голова кружится. Что происходит? Это тоже надо повторить? Это больно. Венсдей? Слава богу, я слышу стук сердца. Серьезно? Диджей, это не лучший момент. Простите? Венсдей, сердце не стучит. Она умерла. О, да, она жива. О, нет, она снова умерла. Это ты, убийца. Нет, ты. Это сделал ты. Алло, полиция? Произошло убийство. Лучшие полицейские уже здесь. Никому не двигаться. Где жертва? Вот здесь, на полу. Я боюсь трупов. А вы точно полицейский? Сделайте что-нибудь. Окей. Экспертиза показала, что она мертва. Я обведу жертву. Нет, так некрасиво. Вот так выглядит намного лучше. Готово? Фото на память. Ну, я закончил. Счастливо оставаться. Оу, забыл селфи для сторис. Спасибо. Эй, постойте! А нам что делать? Здесь труп! Посмотрите по камерам видеонаблюдения, кто убийца. Точно! Венсдей, я найду, кто это сделал. Я как раз подавал на вечеринке сладкое и напитки. И Дракула предложил свой стакан и нит. Спасибо, Зубастик. Это очень мило. И тут Венсдей взяла стакан и выпила из него. Спасибо, вещь. Ага, вот этот стакан. А кто же налил в него сок? Это была русалка. Она. Точно. Упс. Русалка? А где она? Хватай ее! Скорее! Стоять! Фух. Что-то я запыхался. Мне нужно смочить горло. Стоп! Не пей! Все в порядке. Фух. Ты меня в свой гроб сведешь, Зубастик.